Приветствую, друзья! Рад приветствовать всех на канале Аму Кучинары, канал любителей повеселиться, особенно пожрать. Сегодня у нас необычная история. Сегодня мы готовим простую яичницу. Яичницу из ингредиентов только соль, масло и, собственно, яйцо. Но у нас не простые яйца. Яйца у нас вот такие вот. Это страусиное яйцо, страуса эму. Весит оно такое увесистое, где-то 1,5 килограмма. Ну, я думаю, что нам на съемочную бригаду точно хватит. Я до этого никогда в жизни не пробовал, никогда в жизни не готовил, никогда в жизни не ел. Для меня это будет новинку. Решили не брать сковородку, потому что у сковородки слишком маленький бортик. Будем готовить его сразу в голландской печи. Гриль уже подготавливается. Ну что, погнали готовить. Яичницу, я думаю, все умеют готовить. Ну что, самое сложное, наверное, его разбить. Давай попробуем. Он ножик отскакивает от него, как от этого. Так, давай. Слушай, ну реально, вот на ощупь конкретно каменное яйцо, просто каменное. Прикинь, сколько кальция тут. Чувствую, что яичница будет в любом случае со скорлупками. Блядь, ты прикинь, не могу разорвать его. Так, ладно. Пора звать тяжелую артиллерию, блин. Блядь. Кокосовый орех проще разбить. Оу, ни хрена себе. Жалко, что я желточек, конечно, травмировал. Ребят, вы же знаете, как жарить яйца. Ну все, погнали. Соль, перец, чесночок, зеленушечка, все приветствуется. Я хоть желток и зацепил, но как у куриной не разливается. Он все равно в какой-то целости находится. Все, погнали. И... Охренеть, желток все-таки целым-то и остался. Он просто какой-то гигантский. Смотри, как прикольно кислород выходит. А что говорить-то? Я вообще в шоке, ребят. Первый раз вижу такое здоровое яйцо. Просто интересно, оно вообще как-то по-другому на вкус? Или оно точно такое же, как и куриное? За что, собственно, заплачено 2500? Мы же чуть крышечку прикроем. Ну и жарим. Жарим, как яичницу. Стандартно яичницу. Яичницу все жарить умеют. Так. Яичница в угольном гриле, это вам не шутки, нифига. Яичница из страуса тем более. Он какой-то не такой, как куриный. Как говорит Супер Стас, хватит болтать, погнали жрать. Оп. Я уже хлебушек подготовил. Настало время дегустации. Я, с вашего позволения, отведаю желточек. Mm.
Слушай, на вкус плюс-минус куриное яйцо. Единственное, что оно более, более прозрачное. Вот желток прям прозрачный. Хорошо прожаренный, но прозрачный какой-то. Обычное жареное яйцо, вообще никакой разницы. Единственное, надо сковородку прям вот такую брать, чтобы тонким слоем ложилось. А так это яичница получилась, скажем, не очень. Точно не глазунья. Слушай, ну просто обычное, обычное яйцо. Я не могу сказать, что какое-то супер вкусное или как-то. Просто яйцо. Тут, я не знаю, если брать на куриные, где-то, наверное, 20-30. Около 30 штук, наверное. Яйцо как яйцо. За что я отдал 2,5 тысячи, непонятно. Но вкусно. Что говорить. Блядь, ну это просто яйцо. Никаких этих, ничего нету, никакого отличия. Обычное яйцо. Просто гигантских размеров. Я думаю, один раз по приколу можно домой принести. Малые будут визжать от восторга. Ну а так, в принципе, бессмысленная эта затея. Проще взять 20 яиц обычных куриных. Будет то же самое. Яичница получится точно такая же. И то ровнее. Потому что 20 яиц за раз. Ну, там вот такая толщина была. Никак не приготовить, если только не перемешивать.